Дорогие друзья, приветствую вас. Меня зовут Овнев Алексей, CEO экосистемы DJU. И сегодня в рамках вебинара мы публикуем вот это отчетное видео о нашем посещении выставки, связанной с недвижимостью, связанной с инвестициями, выставкой Invest Trend. Мы уже однажды на ней бывали, на Бали в начале этого года, когда изучали рынок, когда запускали наш маркетплейс токенизированной недвижимости Апат, когда в целом изучали инвестиционный климат, ну и проводили такое глубокое исследование. Вы могли видеть, собственно, наши отзывы об этом мероприятии. Сегодня это мероприятие проходит в Москве, и сегодня на этой выставке мы находимся с командой Апатос, командой экосистемы DJU, и с такой большой гордостью, да, хочу сказать, что у нас с крупнейшим агентством недвижимости Индонезии, этажи Индонезии, совместный стенд, и вот такой высокий уровень партнерства говорит о заинтересованности тех технологий, которые мы развиваем в продукте Апата, как с технологической части, так и с коммерческой части. И вот, собственно, задача команды, ну, по сути, представить продукт такому достаточно далекому от, ну, вот новых технологий, от токенизации сегменту людей. Потому что здесь, на этой конференции, ну, в большей степени говорят о покупке недвижимости, об инвестициях в недвижимость, о каких-то кредитных продуктах, связанных с недвижимостью, но без контекста вот новых технологий, о которых мы привыкли с вами слышать на наших вебинарах и которые мы с вами привыкли развивать. Наша задача команды Апата, по сути, дать людям представление о том, что токенизация, о том, что, ну, конкретно Апата или там схожие компании, по сути, дают людям новый уровень сервиса, да, новый уровень взаимодействия с недвижимостью и, по сути, новый уровень владения, да, потому что, когда мы говорим там о покупке недвижимости, да, все представляют, ну, наверное, сделки с чеками там сотни тысяч долларов. И когда мы рассказываем о том, что, оказывается, например, в недвижимость на Бали можно войти там от 50, там, от 1000, от 10 тысяч долларов, это вызывает, ну, во-первых, интерес, во-вторых, когда мы говорим, что это базируется там на современной легальной юридической технологической теме, там, с инновациями, и, по сути, убирает, ну, различных посредников, снижает, во-первых, скорость входа в сделку, снижает порог входа в сделку, убирает различные комиссии, это, естественно, вызывает интерес. И, ну, так совпало, естественно, мы это, ну, не случайно совпало, именно в этот момент у нас идут продажи там нашего строящегося объекта Just Residence, да, идут достаточно активно. Поэтому вот такая, сказать, возможность и узнать о технологии, и воспользоваться ими, и тут же стать совладельцем, она очень привлекает много внимания. И, ну, мы видим большой ажиотаж и большой интерес к продукту. Естественно, это все ну, вот, вызывает и у меня такую большую гордость, и у команды проекта. Поэтому сегодня, ну, в этом видео вы еще услышите выступление членов команды, руководителя проекта Апата Дмитрия, и, ну, вот, чуть глубже погрузитесь в атмосферу этого мероприятия. И, ну, моя задача, наверное, призвать вас посмотреть на эти ивенты, да, чуть шире, дать, ну, как бы, перспективу, да, что, а как они влияют на в целом развитие экосистемы, куда мы с вами идем и куда мы хотим прийти к концу года. Наша задача сделать так, чтобы коммерческие продукты экосистемы, во-первых, вышли на самоокупаемость, во-вторых, там, начали приносить достаточно прибыли, чтобы дивиденды, которые мы все ожидаем в 2025 году, стали значительно больше. Таких проектов в экосистеме становится, ну, все больше, 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 да, и когда мы в мае говорили о том, что у нас там на 220% возросло количество коммерческих проектов, то сейчас они еще больше увеличиваются, и, ну, так приходит время опять консолидировать внимание. Вот у нас был с вами период, когда мы завершали продажи, период, когда мы там условно отдыхали от завершения продаж и там разгребали очереди с KYC, разгребали какие-то запросы вновь присоединившихся партнеров, потому что летом действительно мы увидели большой ажиотаж, и там весь август, весь сентябрь мы отрабатывали, мы говорили, мы делали так, чтобы те люди, которые к нам присоединились, ну, особо того не понимая, как они здесь оказались, получили достаточно внимания. Сейчас мы вновь концентрируемся вот в этом осенне-зимнем сезоне на развитии коммерческих продуктов, и после Индии, после токен 2049, о котором
мы будем говорить не в этом вебинаре, но в следующем, да, и пригласим уже Александра И, где подробно поговорим о том, а куда вообще там идет рынок венчурного финансирования и как у нас венчурный фонд там на переднем крае себя чувствует, и ну, там очень много положительных новостей, еще больше коммерческих продуктов. Так вот, экосистема DGU концентрируется на том, чтобы те процессы, которые мы запустили, начали приносить коммерческую прибыль, и вы, как совладельцы, естественно, увидели это на своих дивидендах, которые, как я уже сказал, мы ожидаем с вами уже в 2025 году по итогам первого полугодия. Поэтому, как я всегда и говорю, да, записывайте все незнакомые слова, делайте так, чтобы помимо получения прибыли, помимо получения каких-то бенефитов в виде денег, вы здесь еще с нами получали знания, которые, ну, иногда бывает даже более ценный с точки зрения конкретно жизни каждого из вас. Поэтому приглашаю вас посмотреть это видео. Давайте начнем. Я Дмитрий Голанцев и команда Apat Estate на выставке Invest Trends в Москве. Мы презентуем наш новый объект, но о нем расскажу чуть позднее. А сейчас пару слов просто о выставке. На этой конференции представлены различные направления для инвестиций. Здесь есть и майнеры, и инвестиции в различную недвижимость, и застройщики, и наш партнер, даже Индонезия. И мы здесь представляем новый объект российским инвесторам. На российском рынке уже были кейсы с продажей цифровых финансовых активов группы компании «Самолет», которая продавала, значит, метры, квадратные метры в своем жилом комплексе. То есть в России есть свое законодательство, есть эмитенты, которые уже выпускали токены, поэтому некоторые инвесторы уже знакомы с данным предложением. И по факту мы делаем то же самое, только на рынке Бали. И поэтому объяснять наше предложение довольно-таки просто. И сейчас мы здесь, ну, буквально в пятницу открыли продажи в нашем новом объекте. Это строящийся объект. Он находится на Бали, недалеко от пляжа Миласти, 5 минут. Это строящийся объект. И мы планируем его продать уже в этом году, то есть буквально входим в объект на 3 месяца с доходностью 7% для инвесторов. Объект отобран, собственно, нашими экспертами, была произведена оценка застройщика. Это застройщик, который имеет 15-летнюю историю с хорошим портфолио на Бали. И поэтому мы, собственно, приобретаем этот объект недвижимости. Предлагаем инвестировать 7% до конца года. Это ROE, это ставка 28% годовых, если считать в годовых процентах. Приглашаю всех все-таки попробовать инвестировать в доходную недвижимость на Бали вместе с Апата. Можно начать с небольшой суммы, от $50, и попробовать этот инструмент, убедиться, что он классно работает. Здесь вы в сделке вот по объекту текущему будете всего в 3 месяца и заработаете 7%. Желаем удачи и оставайтесь с нами, с Апатом. Быть на таких мероприятиях, потому что это классная возможность рассказать русскоязычным инвесторам о таком интересном, загадочном для них рынке недвижимости Индонезии, и о котором я очень много знаю. И, конечно же, именно на таких мероприятиях случаются самые интересные знакомства, самые полезные связи и завязываются самые тесные дружеские деловые отношения. Поэтому я всем рекомендую посещать инвестиционные форумы и какие-то такие мероприятия, куда приходит качественная аудитория. Я, конечно, много чего могу рассказать о том, что почему сейчас Индонезия является таким мировым трендом инвестиций и инвестиций в недвижимость. Но я думаю, что вы придете на мое выступление и все услышите там сами. We'll be right back.
друзья! Меня зовут Анна Болгова, я руководитель департамента по работе с партнерами. И сегодня я хотела бы поделиться с вами новостями нашего партнерского сообщества. Наше партнерское сообщество эволюционирует. Наших проектов становится все больше и больше, и каждому проекту требуются свои представители. Итак, я хотела бы поделиться с вами новостями о нашем проекте «Апата». В августе мы провели отбор представителей по развитию этого проекта. Отбор прошли 35 человек из разных стран. Мы провели для них двухэтапное обучение. Данное обучение имело позитивный эффект. Многие наши партнеры, благодаря нашим представителям проекта «Апата», узнали о проекте «Апата» еще больше. Недавно начался старт продаж нашего нового объекта «Just Residence». Наша комьюнити в DGU была максимально к нему подготовлена. Благодаря обучению мы видим, как эффективно проходит наш сейл в личном кабинете «Апата». Очевидно, что данное продвижение имеет положительный эффект для нашего проекта «Апата» и для нашего сообщества. Мы планируем внедрять данное продвижение и в другие наши проекты. Впереди нас ждет еще так много интересного. Следите за новостями. Всего доброго. До скорых встреч. Итак, что можно сказать после вот этого полного события и насыщенного дня на выставке InvestTrend? Наш продукт очевидно интересен. Очевидно, наш продукт является передовым и не всем понятным. И многие считают это непривычным способом покупки недвижимости и вообще как бы инструментом инвестирования и так далее. И в целом для нас это не является новым. Но интерес большой, мы видим большое количество регистраций. Спикеры интересно рассказали о нашем продукте и о возможностях, которые он дает с главной сцены. И за это большая благодарность Ольге. Очевидно, если смотреть на какую-то продуктовую линейку, мы видим, что он там точно имеет место. Пройдет какое-то время, к нему выработается доверие. Это не только касается нашего продукта, а в целом к сегменту, где есть токенизированные объекты, где есть новый способ приобретения привычных вещей. Мы, очевидно, с каждым днем, месяцем и годом видим адаптацию, видим вход этого всего в привычное пользование вещей. А сервис, который предоставляет «Апата», он растет с каждым, собственно, днем нашего плодотворного труда. Вот сейчас вы видите, что мы работаем вместе с этажами Индонезии, а это значит, что экспертность, с которой мы проверяем, с которой «Апата» проверяет объекты, она максимально возможная. То есть, очевидно, приобретая объект недвижимости на «Апата», вы снимаете любые вопросы, связанные с юридическими проверками, с проверками управляющей компании. И это то, что как раз там требуется рынок. Из этого следуют и другие вещи, что возможно, да, появляется, даже невозможно, то есть уже появляются клиенты, которым в целом они не уделяют внимание самому объекту. Они смотрят на «Апата» и такие: «О, а можно ли у вас покупать квадратные метры? А можно ли как-то вот, чтобы, мне не важно там, грубо говоря, какие-то объекты, я хочу инвестировать в квадратные метры». Да, и мы все больше и больше смотрим в сторону появления какого-то продукта, связанного там с нашим РВА-банком, с РВА-маркетплейсом, когда вы инвестируете, когда вы располагаете депозит, на этот депозит приобретаются квадратные метры в проверенной недвижимости, и вы получаете доходность квадратных метров. В целом, в реальном мире примеры таких сервисов, примеры таких инвестиционных стратегий есть. Будем пробовать реализовывать это и в токенизированном виде, да, смотря с таким большим прицелом на несколько лет вперед. Вот, это если говорить о «Апата», да, и я думаю, мы об этом еще много будем говорить. И сейчас вот стартовал сейл объекта недвижимости. Я думаю, на момент просмотра этого вебинара он либо там уже закрыт, потому что спрос высокий, либо там больше половины выкуплено. В общем, мы видим интерес. Мы также видим, что там команда «Апата» приняла такой очень интересный и, я считаю, очень правильный шаг. Она снизила стоимость токена. То есть, если там обычно, да, старт продаж – это $50 за токен, то мы видим там 8,5 долларов. Это значительно повысило
ну, там, доступность, ну, хотя и так было доступно, но все равно, то есть мы видим больше интерес маленьких инвесторов, и это очень правильно, потому что людям легче решиться пользоваться, да, то есть $8.5 всего, купили один токен, увидели доходность, а мы здесь видим, что стратегия, которую выбрала Апата, это там через 3-4 месяца мы, соответственно, там, можем ожидать выход из этого объекта с доходностью 23% годовых. Да, это очень высоко, особенно в долларе, особенно для недвижимости. Поэтому, ну вот, как кейс использовать этот объект недвижимости и возможность в него войти, это очень правильно. Поэтому все те, кто хочет разобраться, все те, кто хочет как-то начать пользоваться, обязательно там, заходите либо в личный кабинет, там от $50 вы приобретете несколько долей, либо заходите на сайт Апата, там 8,5, там 1, и это, ну, я не знаю, что может быть лучше для того, чтобы попробовать. Если говорить в целом об экосистеме, то мы продолжаем двигаться по двум, ну, нашим определенным направлениям. Это привлечение значительной ликвидности и значительной аудитории. С точки зрения ликвидности, это развитие коммерческих продуктов. Сейчас вы видите, что мы готовим к запуску промо по вкладам, это и повышенные ставки доходности, это особые условия для тех, кто продвигает продукты. Это все позволяет, собственно, сосредоточить внимание и экосистемы, и сосредоточить внимание аудитории именно на ликвидности. И ликвидность, как я в прошлом вебинаре говорил, это несколько проявлений. Это то, что мы привлекаем в банк, в депозиты, в Wells, это то, что зарабатывают наши коммерческие продукты, и каждый вид этой ликвидности не менее важен. И один из самых важных сейчас те рассрочки, которые вы платите. Чем больше они будут платиться, мы это будем поощрять. Соответственно, уже в личном кабинете вы видите задания, которые появились, которые поощряют, если вы вносите 2 платежа сразу, там тройной платеж и так далее. Потому что это все повышает финансовую безопасность экосистемы и там, повышает процент выплачиваемости рассрочек. А если смотреть там, на год вперед, да, это, собственно, наша спокойная как финансовая безопасность на падающем рынке, который очень вероятно в следующем году случится. Но случится он или нет, мы точно не знаем, но мы должны быть и обязаны быть к этому готовы. Поэтому используем все возможности для того, чтобы максимизировать привлечение ликвидности по всем направлениям. Вот, поэтому в скором времени будут различные там дополнительные бонусные акции, возможно, какие-то снапшоты, полюбившиеся нам. И, кстати, вот не так давно мы выпустили пост, где мы посчитали, сколько же выплачено там, по всем снапшотам. А если прибавить к этому еще там дивиденды, которые мы платили 6 раз и которые там планируем возобновить в следующем году, то мы видим там сумму там, ну, больше $1,5 миллиона за там, 5 лет существования компании. Это, ну, колоссальные объемы даже по сравнению с теми деньгами, которые были привлечены. Вот. Это еще один повод для гордости, это то, с чем я всех нас поздравляю, ну и призываю там, внимательно следить за экосистемой. В скором времени мы подготовим вебинар там с Александром, и потому что много-много очень новостей из токена 2049, и по проектам венчурного фонда, и в целом по стратегии развития. То есть вот помимо всего того, что мы там запускали, все того, что идет в фоновом режиме, это реорганизация компании, подготовка к пятилетию компании, да, вот где мы будем вот этими новостями, вот этими планами делиться и успехами делиться. Поэтому так, все идет таким очень насыщенным чередом, и мы стараемся вот благодаря таким вебинарам, я стараюсь, ну там, так сказать, подводить вот такой итог фокуса своего внимания и вот делиться какими-то яркими моментами, которые позволят новеньким в нашей экосистеме или тем, кто следит, вот ориентироваться, да, то есть то, что мы сейчас делаем, мы позволяем вам ориентироваться, а вот где мы сейчас сосредоточены, но те приемы и те инструменты, которые мы, например, применяем в развитии Апата, очевидно, они применяются и там в лаунчпаде, и в других проектах, и в венчурном фонде, и, ну, не надо забывать-то про целые экосистемы РВА банка и РВА маркетплейса, коими являются вот эти части там Апата, карты, обновленные кошелек, там, обновленные банковские карты, которые в скором времени появляются. То есть это все части одного большого целого, и скоро и о маркетплейсе, именно о экосистеме, и о банке, ну, будут очень много новостей. Поэтому следите, участвуйте во всех, обязательно участвуйте в промо по вкладам, обязательно участвуйте в сейле Just Residence на Апата, либо в личном кабинете, неважно, и, ну, максимизируйте те возможности, которые экосистема вам дает и которые
ну, по сути, вы потом раскрываете в каком-то в изменении качества своей жизни. Вот, благодарю вас за эту встречу. Пишите вопросы, пишите там, комментарии, ставьте лайки. Это все важно для нас. И ну, это, там, мы всегда стараемся отвечать, в чатах находиться. И поэтому, если у вас будут вопросы, обязательно в период просмотра трансляции пишите их в чат. Благодарю вас за сегодняшнюю встречу. Всего доброго.